17 мая в Германии отмечается ежегодный День Отца. По древнему обычаю этот праздник выпадает на 40-е сутки после Пасхи. В этот день государство и простые граждане спешат оказать поддержку папам с низкими доходами, которые одни воспитывают детей. В России праздник отмечается с начала 2000-х. Радуйся, мир! Отец рожден! Несите мне дары! Также в этот день, в 1801 году, в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника великому полководцу Суворову. Этот памятник по совершенству композиции и выразительности считается одним из лучших, созданных в России в 18 веке. Уникален он еще и потому, что стал первым крупным монументом, который был создан полностью русскими мастерами. 17 мая 1916 года в Англии впервые в мире совершен переход на летнее время. Летнее время применяется во многих странах с целью более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии. Критики летнего времени говорят о негативном влиянии перевода часов на здоровье людей. В России летнее время впервые было введено в 1917 году, после чего оно применялось с 1918 по 1921 и с 1981 по 2011 годы. Время – деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Сегодня открывается юбилейный 70-й международный кинофестиваль в Каннах. Это широко освещаемое и наиболее престижное событие в мировом кинематографе. Во время фестиваля на 10 дней со всего мира собираются звезды и профессионалы большого экрана. Лучшим достаются престижные премии и статуэтки. Также во время фестиваля обсуждаются проблемы современного кинематографа.